А незадолго до этого Наталья Комарова посетила официальный офис компании Baker Hughes. Завод открыли на базе одного из нижневартовских предприятий год назад. Проект запустили в рамках поддержки национальной программы импортозамещения. Baker Hughes – единственная компания, производящая электроцентробежные установки. Здесь также выпускают их комплектующие – насосы, газосепараторы, погружные двигатели. Оборудование имеет спрос у нефтегазодобывающих компаний Югры. Отмечу, что большая часть нового коллектива – бывшие сотрудники предприятия, которое размещалось здесь прежде. Люди не только смогли сохранить работу, но и улучшить качество своего труда. Плюс появились новые рабочие места для представителей самых разных специальностей. Конструктора, инженеры-технологи. У нас есть собственный конструкторский отдел. То есть мы не копируем оборудование, мы его придумываем и изготовляем с нуля под непосредственный заказ. Рабочие специальности? Рабочие специальности – это электромонтеры, слесари, техники, мастера. Ну, то есть... С образовательными организациями взаимодействуете по подготовке специалистов? Да, мы взаимодействуем как с образовательными организациями, так и с биржей труда. То есть у нас созданы места для инвалидов в том числе. Еще одно предприятие, на котором побывала глава региона, пищевое. Попробуй Югру на вкус. Под таким девизом здесь производят продукты питания из дикоросов. При разработке рецептов предпочтение отдают северным ягодам – клюкве, бруснике и чернике. Смузи, пудинги и ореховое молоко охотно закупают фитнес-центры, салоны красоты, магазины здорового питания. Кроме того, предприятие разработало специальную гипоаллергенную линейку продуктов. Товары под одной маркой уже начали выпускать в Сургуте и Самаре. В новом году две франшизы откроются в Ялте и Севастополе. В Ялте ведь нет наших орехов, брусники и так далее, как вы решаете? Это пока нет. Мы полностью товарная франшиза. Мы хотим, чтобы наши орехи и ягоды были по всей стране. То есть сырье вы будете поставлять? Да. Туда, где производится непосредственно продукт? Мы будем ставить производственный процесс. Мы будем основным поставщиком сырья. Мы будем контролировать процесс. У нас вообще такой принцип. Рецептура ваша? Наша полностью рецептура. Наша, это вот наша рецептура и обучение, как это делать.